ушел. От пляжа лагуна сколько. Там впереди ждет наш Лазаревская, Одиссея, Холод. А небо, небо говорю, море красивое, вот так со стороны смотришь вдаль. Девушки, как этот пляж называется? Чайка. Вот это Чайка? Разве? Там Чайка, лагуна, да. А вот именно вот это? Лазаревская. Спасибо. Лазаревская. Они толку не знают. Сейчас посмотрим, как они будут залазить. Они спокойно заходят. Вода теплая. Вот это тоже здание строится. Долго все это строится. Ну, я думаю, вот отсюда, наверное, и начинается Лазаревская, от санатория Лазаревская пляж. Вот отсюда. По леску там не мешало бы прогуляться, но некогда. Раздевалочка скромная такая вот у них стоит. Душ с лейками рядом, тоже скромненький столбик. Поехали дальше. Девушки, это пляж Лазаревская, да? От санатория Лазаревского, да? Нет, это не от санатория. Не от санатория? Просто называется пляж Лазаревский, все? Называется Колос, вот там дальше. Ну, я знаю, там Колос и Одиссея, а именно вот этот, что? Это не знаю, кстати. Пляж это Лазаревская, просто они сами не знают. Что-то они даже зонтики не раскрывают, но людей нет, что их раскрывать. В таком виде пляж Лазаревская. Все. Идем дальше. Здесь тоже есть раздевалка, душ. Зонтики только будут устанавливать, эти трубки вбили уже в землю, просто осталось. Вон они, зонты таскаем. Только вбили, походу.
Парень, как этот пляж называется? Вот этот пляж как называется? А? Лазаревская? Продолжение Лазаревского. Господи. Вон где тот зеленый забор, оттуда Колос начинается. А потом уже Одиссея. Сегодня 26 июня 2020 год, Лазаревск. В 8 утра было 24 градуса тепла. И вода была 23. Пол седьмого утра. Сейчас, я думаю, вода 25 и 27 жары, наверное. Здесь уже люди хоть есть. Здесь уже хоть люди есть. Девушка уже успела загореть. Душевая работа, то есть раздевалка есть. Название пляжа не знаете? Колос? Спасибо. Ну вот отсюда Колос начался, вот от этой дорожки, вот от зеленого забора, пляж Колос. А почем лежак, а? 100 за час или за день? За полдня? Спасибо. Лежак за полдня 100 рублей. Ну вот еще душевая раздевалка. Ничего не вижу в телефон. Вообще ничего не вижу. Колос. Кабинка есть тоже.
синяя дорожка, это уже Одиссея пошла. Следующий пляж будет Одиссея.